Ник совсем заскучал в одиночестве. А что это за шум в холодильнике? Что? Дискотека для еды? Ник в ужасе. Помидор. Тесто. Соус. Побольше сыра, мяса. И у Ника получилась волшебная пицца. О, он чуть не забыл. Добавить пару капель зелья из эзотерической лавки. Что происходит? Пицца стала человеком. Похоже, у Ника новый друг. И куда это он пошел? Нужно срочно загуглить. Как такое возможно? Ник решил снять видео для Bottle Flip Challenge. Покрутить на удачу. Фортуна на его стороне. Бросок и... бутылка превратилась в человека. У Ника осталась только крышечка. Фанта разлита. Рядом какой-то парень. И сверху Ник. Ник снова заскучал. На часах 17:00. Самое время выпить чай. Большая кружка Ника. Ложка заварки. И, конечно, кипяток чистейшей воды. О, мистер Заварка! Выплясывает с тростью в кружке Ника. Танец не впечатлил Ника. Он добавляет молоко. У мистера Заварки появилась партнерша для танца – мисс Молоко. Нику попала заварка в рот. А парочка все кружится в танце. А Ник уже приготовил сэндвич. Но соус совсем закончился. Ник трясет и давит его, что есть сил. Для соуса это настоящее избиение. Бедолага уже на лопатках и готов сдаться. Но Ник не успокаивается. В ход идут запрещенные приемы. Ох, бедолага, соус. Удушающий прием. И пара капель соуса выдавлены. Но не на сэндвич, а на куртку Ника. Будет знать ненасытный злодей. Время вкусняшек. Две шоколадные печеньки, а между ними молочная начинка. Печеньки давят на начинку. И Ник разъединил это трио. Он съел только начинку. И, похоже, печеньки обижены такой дискриминацией мучного. Теперь они давят друг друга. Без начинки печенье – это не то. А с молоком – то, что надо. Осталась одна печенька. И ничто на нее не давит. Ник продолжает ланч консервированными шпротами. Запить он решил молоком. Это вряд ли хорошая идея, но его не остановить. Рыба и молоко – давние враги. Тысячелетиями враждуют эти кланы. А теперь они дерутся прямо в желудке Ника. Ха-ха-ха.
Их срочно нужно успокоить мощной таблеткой. Похоже, Нику стало легче. Таблетка держит драчунов на дистанции. Нику пора навести порядок в холодильнике и выбросить просроченные продукты. Все съедобное. Оставайтесь на местах и приготовьте документы в развернутом виде. Картошка фри. Проходим, проходим. Пицца. Ваши документы недействительны. Пицца отправляется в урну. Без права на обжалование приговора. Следующий – сыр с плесенью. Он ужасно воняет. Но документы в порядке. Как быть? Запах ужасный. Сыр проходит контроль, хоть и оскорблен недоверием. Ник собрался приготовить сосиски на гриле. Отличная идея для ужина. Мисс Сосиска, фото для личного дела. Не кривляйтесь, стойте ровно. Теперь поворачиваемся. Фото в профиль. Хот-дог готов. Мисс Сосиска приговорена к поеданию. Она это заслужила. Ник собрался есть сэндвич. Сыр совсем расплавился. Как суперклей между тостами. Вот это растяжка. Сыр, выбери уже кого-то одного. Хватит хвастаться. Ник приготовил макароны. Нужно что-то добавить для вкуса. Кетчуп. Как фигуристка на коньках, грациозно машет красной лентой, рассекая по тарелке Ника. Очень красиво. Вечеринка в честь дня рождения Ника. Собрались все его друзья. Праздничная свеча на торте, как олимпийский факел. Ник загадал желание и задувает свечу. Оу, что он до этого ел? Факел потушен. Друзья приготовили пранк-сюрприз. Конечно, торт в лицо. Сладкий нокаут. Ник счастлив, его желание сбылось. Ник коротает вечер в интернете. Время ужинать. Чипсы и полезно, и вкусно. Крошки сыпятся прямо на клавиатуру. Усатый мистер Принглс оказался между Q и W. Ник в его глазах как Годзилла. Он наелся и решил протереть клавиатуру. О нет! Спасайся, мистер Принглс! Беги! О, Пицца Гёрл тоже здесь. Она рада видеть старого друга. Вместе они точно выберутся из этой ловушки. Но никто не смотрит на F12.
Ник нашел то самое зелье, превращающее еду в людей. А что, если он сам его попробует? Мистер Пицца проголодался. Он ест сэндвич, то есть Ника. Понравилось видео? Ставь лайк и подпишись, если все еще этого не сделал. Интересно, а какой едой был бы ты? Предложи свою версию в комментариях. Мы с удовольствием почитаем твою фантазию. Пока!